ставим потолком. Даже не ставим потолком себе просто. История учит. Тот, кто забывает о своем прошлом, обязательно будет наказан. Потомки не найдут для него места в своей памяти. К сожалению, мы с вами можем лишиться единственного в стране музея ВВС. Энтузиасты, болеющие сердцем за это нужное и святое дело, бьются за него уже из последних сил. За 30 лет существования музея здание, в котором мы находимся, уже приобрело состояние такое, что внушает безусловно опасения. Неоднократные наши просьбы в этом отношении пока не увеличились. За последние годы обстановка сложилась такова, что нужно музею менять место дислокации. На этом месте, где мы находимся, ждать что-нибудь хорошего, мало вероятно, помещение постройки 30-х годов давно пришли в ветхость и уже практически списаны с баланса. А строительство нового музея ведется на заводом, но нет бухгалтерии, нужны ангары, нужно новое помещение. Ну, короче говоря, Советскому Союзу, Советскому народу музей нужен. Музей я нужен, и не только для престижа. Утерян сейчас в настоящее время престиж летной профессии. То есть, если я пойду на улицу и скажу, что я летчик-истребитель, это никого не удивит. Все без причины, это очень сложный вопрос, это и социальный, и исторический. Мне кажется, надо повышать интересы и молодежи. Сейчас здесь мы находимся, здесь музей, сейчас авиация. Испытываешь чувства приобщения к истории нашей авиации. У нас богатая история, столько здесь самолетов представлено. И испытываешь, конечно, гордость за то, что ты принадлежишь к авиации. Вот сейчас период перестройки. Но перестройка, понимаете, она в каком-то идет в одном направлении. Сверху вниз, и все. Снизу вверх она не пробивается. Какой-то заслон в средних рядах. Вот стоит проблема уборки даже снега. Это почти гектар нужно убрать летному техническому составу, прежде чем самолет должен вылететь в полет. Нет модулей. Модули такие есть в бронетехниках. Есть средства малой механизации для уборки снега в каких-то колхозах. А у нас нет. Где конец всему этому? Где начало?
высокое искусство, а то, что нам поняли вместо искусства, это, безусловно, надо перестраивать эту парадность. Эти парадные портретности, это неправильное изображение нашей действительности. Хотя в чем-то она и углублена в то искусство, примерно того в жизни. Потому что если показывать все время только на бумаге, то движение вперед тоже очень может связаться. Потому что показывая какие-то идеалы, то, куда мы должны стремиться, мы будем просто порой. Это как можно, но мы будем знать, как можно, и как можно. Так что я считаю, что большой художник всегда актуален. Другое дело, что все большие художники на себя полные застой не берут свою новую функцию. Потому что народ не всегда, всегда говорит о том, что вот, что это не то, что нужно. Поэтому легко удержаться на поверхности. Поэтому с этим продолжение послушно было. Уходить тем самым в кривой. Большое искусство, но это не большое искусство, что вы кажется. В своем испытательном жизни испытания положили особенно прежде. В Италии на 143 типах свой фотоаппарат. Бывает и так, что в семье не все дети красивые, не все, так сказать, не все для родителей одинаковые, но все-таки бывает, наверное, среди них, так сказать, и городские утята, которые никогда и не стали прекрасными ведьми, как мы можем с таким ошибкой. Ну, конечно, есть и памятные самолеты. Конечно, самая памятная тема, которая была больше души и силы. Кусочки жизни. Назвать можете? Все 12 секунд.
связь, конечно, об этом подумал. Быстренько зашел, прям по лесочку, и начал заходить на посадку. Вот что-то вечер, сопом, да, что крест вытащил, да, 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 крест. Я посмотрел назад, не обернулся. Вижу, нет. Я к заходу на посадку стучу, стоп. Армения, ты здесь, да? Вот так получилось, что что время все в армии. Либо мальчишка, я не знаю, как девчонки, потому что тоже любой мальчишка стремился в армию, но не удержимо. Без газочек, вы знаете, с ничем, когда мы сами бежали на форму, их возвращали совсем маленькие. Но когда в 43-м году появились, по-моему, вообще пацаны, Thank you.
печальные глаза, могучий дом, боя до боя, казачий дом. Не буди, атаман, не заумею, на волн от смерти тебя спать вверху в бою. Еще сотню раз бережет, наверное, не буди свою. Не судьбу свою. Вот такие песни поют, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не интересное, что когда я думал, вот даже вот я готовился, учился в академии, готовился к экзамену, я всегда включал музыку. Мне так было легче готовиться. Но... Извините, какая музыка? Ну, вы знаете, это трудно сказать, я люблю разную музыку. Больше люблю мелодичную музыку, я люблю романс, я люблю классику. Ну, вообще русскому человеку свойственно любить в музыке мелодичность.
процентов 80 наверняка скажут, что они любят цыганский романс. Не за свободу ли, которую минутами, мгновениями можно ощутить в воздухе? Может быть. Понимаете, это распевность, это очевидно. Раздолье. Раздолье. В небе. Да. А вот эта темповая последняя музыка, она вас, ну, как-то, ну, меня лично, она как-то пригибает и утомляет. Так почему же? Она меня ведет, я не хочу, чтобы она меня вела. Уводила. От себя. От себя самой. Сегодня был праздник. Просто игра. Горячий участок. Я буду садить. Пилоты молчат. Смотрят на звезды. Задание выполнено успешно. Все улыбаются. Может быть, потому что было слишком много запретов, а вы знаете, запретный плод сладок. Я думаю, что и в этом есть большая доля. Играйте, братцы, бейте в барабаны, они надоедят. А может и потому, что действительно ритм жизни изменился, а нет времени размышлять над теми мыслями, чувствами, которые приходят в голову. Нет времени просто. Есть время. Нужно сказать, отключается, нет? Есть время, есть время. Пример вам Володя Высоцкий. И молодежь. Любой возраст. Понял его. И он стал любимым певцом. Здесь сдаюсь, все правильно. Есть время. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, в которое я песен не пою. Я не люблю открытого цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма, заглядывая мне через плечо.
самые современные советские военные самолеты. На первом плане увидите истребитель МиГ-29, на втором — бомбардировщик, который на Западе называют Black Jack. Вопрос о том, будет ли он продемонстрирован, обсуждался в Америке еще задолго до визита Карлуччи. Дело, как объясняют эксперты, в крайне высоких полетных и боевых характеристиках самолета. Это, без сомнения, очень хорошая военная техника. Персонал прекрасно подготовлен. Лучше американцев. Нельзя делать такие сравнения. Поэтому человек однажды, поднявшись в воздух, всегда будет стремиться. Я понимаю, что, очевидно, это в каждом человеке заложено в детстве. Не зря же люди летают во сне. Почти все. Летают. Почему? Я с тобой до сих пор, как ни странно. Вот это и есть стремление. Это и есть стремление человека в воздух. Знание непознанного. Вы знаете, есть стремление лезть под воду, но значительно меньше. Несмотря на то, что человек рождается из воды. А вот летать хотят все. Может, потому что мы все пришли с неба. А может, потому что наш путь теперь только вперед из воды вышли, и только вперед в небо и дальше. Может быть. А может быть, когда-то мы пришли с ним. Это уже действительно романтика держит. Владимир Сергеевич, в этот праздничный день, что вы пожелали авиаторам, создателям авиационной техники, ну, своим коллегам, летчикам-испытателям?
Я пожелаю коротко всем авиаторам, чтобы каждый полет каждого самолета обязательно кончался посадкой.